товарищ командующий войсками Южного военного округа, корабли Черноморского флота в составе 9 вымпелов для парада вознаменования Дня военно-морского флота Российской Федерации построены. Des habitants de Sébastopol et de la Crimée à cette fête et aussi à la Russie. Я считаю, что это наилучшее подтверждение того, насколько жители Крыма, жители Севастополя привязаны к своему флоту и к России. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de journalistes occidentaux qui viennent parce qu'ils verraient que pour un pays qu'on dit occupé, les gens ont plutôt l'air joyeux. Я очень сожалею, что нет иностранных журналистов, потому что они бы увидели не оккупированную страну, а людей, а страну веселую.